16 лет назад мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли, учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все. Те, кто были с нами 16 лет назад, и те, кто только присоединился, те, кто остался с нами, и те, кого уже нет, стали частью одной истории, длиною в 16 лет. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории.